Школа Архангела Михаила, урок 27 о смене вибраций на Земле. Что происходит с планетой? Архангел Михаил, хочу спросить тебя, что случилось с нашей планетой? Почему она по Шуману меняет свои вибрации в большую сторону, вибрирует гораздо сильнее, чем в прошлом? Отлично, что мы с тобой подошли к этому вопросу, поскольку только ленивый не обсуждает эту тему сейчас. У вас, у всего человечества, она постоянно на слуху. И мы с тобой, как всегда, будем рассматривать более облегченную версию ответа для простых пользователей нашей школы. Из вибраций, которые колеблют энергию, состоит все. Поэтому их изменения влияют на плотность предмета. Чем выше вибрация, тем тоньше материя. Нужно сказать... Это в применении к вашей планете. Она становится более одушевленной, если можно так выразиться. Ее плотность уменьшается. Это значит, что Земля переходит на более высокий уровень развития. Вот такой ответ. Чтобы было более понятно, когда повышается вибрация, происходит расширение, слияние материального с духовным. За счет этого происходит взаимообмен энергетический, который приводит к раскрытию осознанности. То есть ты хочешь сказать, что наша планета меняется на физическом уровне? Совершенно верно. Она живое существо, которое быстро развивается, расширяя свое сознание. Архангел Михаил, приняла Оксана Камяна. Благодарю тебя, как всегда, очень интересный ответ.